Всем привет, с вами Рэмс. Продолжаем проходить God of War. Погнали, нам в этой серии надо покинуть эту локацию, этот Альфхейм с этими гребаными эльфами. Как-то они не очень нравятся. Я мельком глянул, они всем не очень нравятся. Эти эльфы довольно-таки плохие такие враги. Вонючие, нам надо как-то выбраться. Мы там где-то остановились, сейчас вспомним где. Да. А, да, мы спустились сюда. Кстати, где кристалл-то взять? Я так и не нашел. Вот вспомнил. Я думаю, с чем тут делать? У меня кристаллы задрочные искали. Пока не знаю, где его взять. Может, он где-то висит или нет? Может, кинуть туда что-нибудь, нет? Где-то же он должен быть без кристалла, мы никак не выйдем. Или мне надо наверх сначала ехать, взять кристалл, потом спуститься вниз. Может такое произойти, нет? Спрыгнуть не могу. Слышь, кузнеца где-то там. Где мне кристалл найти? Кто подскажет? Да, скорее всего, надо подниматься наверх, оттуда брать кристалл и спускаться уже вниз. Погнали. Потому что тут его на данном этапе вообще нет, этого кристалла. Это что у нас? А, тут еще одна локация, нифига себе. А, ну тут я тоже был. Вспоминаю. Оно бывает такое, да? Вот все забыл и все. Темная эта локация. Вот он, гад. Я же говорил, где-то. Во враги пошли. Кто еще? Че? Всего лишь с одной руны. Это настолько я крут. То есть эти бомжи вообще мне не опасны. Боевой трофей 4 из 6. Так, тут что у нас? Хилочка. На клавиатуре гораздо удобнее играть, я вам скажу. Прям охрененно. Быстро. Опять будешь таскать с собой этот кристалл? Конечно. Если придется. На клавиатуре удобно, удобно. Играть на джойстике пробовал, поприцеливаться неудобно. Это надо привыкать. Ну и все, сейчас отсюда слиняем. Хочу какого-нибудь жесткого босса, дракона, там, чем-то такой посерьезнее. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Переходим. А тут вроде как бы эльф-босс должен быть, нет? Наконец-то. Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Да, я согласен, скорее бы отсюда слинять. Замораживаем. Но я уже тут вроде как бы был. Надеюсь, мы на правильном пути. Все эти открыты уже. У меня все тут птички летаем, давай. Забираем. Нормально, да? Я руны прокачал, смотря они как дамажат. Вообще прям. Я бы сказал, жестко прям. А чё надо? А, вот, всё.
Ну и что тебе я сделал? Да отпусти. Кратце, отпусти. Хоть ты его дергаешь. Как отпустить на инфу? Да. Чё-то я там открыл. И какая-то темная такая локация, да? Свет исчез, нихуя не видно. Но это я, получается, это только поднял и все. Это тупик. Да, это тупик, уходим отсюда. Я неправильно зашел. Ага, все, понял. Сын, сын мой, Атрей, мы в тупике. Кратос потерялся тут уже. В этих локациях. Так. А вот к этому сундучку-то я не поднимался. Что дали? Броня, рунные запястья. Рунные запястья, обычный предмет, броня для рук. Ну-ка, что по параметрам мне? Не, ну моя броня древних, это рунные запястья. Говнище. Не, броня топовая. Так, откуда я тут приходил? Так, я пришел вон к тому мосту. Значит, мне вон туда. Только надо вон там, где Атрей бежит. Атрей, ты молодец, правильно шел. А я куда-то в тупик забежал. Так, я вижу свет. Давай. А вот он, этот главный эльф. А, сука, я тебя не вижу. Блин. Отец! Ультани давай, сын. Блять, надо было кристалл взять. А я почти его. У меня руна дамажит, пиздец. Он вот этот гребаный туман кидает, вот это мне не нравится, я не вижу нихуя. Пошел ты сзади. Вонючий это. Я не вижу, как я вот. Ну как он блок-то пробивает? Ну ты сука, блядь, ты охуел. Как он блок? Блок, как он пробивает блок? Ебать, он ебашит, бля, пиздец. С одного удара все хп твое. Все, что ты там яблоки собирал. Один удар, половина хп, еще один ланшот, нахуй. Пиздец. Бля, иди нахуй. На тебе, сволочь. Как дамажишь? За спам атаку. Он пробивает удар, я не могу его сдержать, он блок мой пробивает. Вставай! Гаси его нахуй. Ну, с третьей попытки.
Да говна в кусок. На превьюху даже рожу его возьму. Не может, может быть. Что он сказал? Что мы сделали роковую ошибку. Вот, 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 вот. Руны гнев призыва волка. А Трей сейчас будет меня гасить. Который трижды бросается на врагов. Ой, огонь вообще. Конечно, вставляем. Гнев волку. Урон нормальный. Есть, 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 есть. Мы помогли не тем? Теория. Мы только что убили короля темных эльфов, который все это время нас преследовал. Я понимаю, что должен радоваться победе, но перед смертью он сказал, что светлые эльфы плохие. А вдруг это правда? Вдруг мы все это время дрались с хорошими. Светлые эльфы не выглядят злыми, но если они первыми начали войну, может быть, темные эльфы просто защищались? Как все запутано. Теперь я понимаю, почему папа не хотел вмешиваться, но ему об этом не скажу. Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Ну-ка, а как призвать-то там твою ветвь-то? А Трей, как призвать? Ну, ладно, ты помнишь давай. Ответ? Да, да. С третьей сын, попытки прочти, я его взял. Сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Логично. Атрей. Забудь. Ладно. Свет Альфхейма. Добыли все-таки этот свет, а что накрутится? Сваливаем с этого Альфхейма, тут эльфы плохие. Вот так, нам куда? Он туда. Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Сбунтовался сын-то. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. В свете мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард, к Черному Дыханию? Или тут еще дела остались? Да тут мы вроде все посмотрели, да? А нет, блядь, вот какой-то сундук есть. Как туда паркануться? Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Что-то куда-то плывем, непонятно. Там вроде как бы был сундук, я видел. Эти, как они. Гребные колокола эти, в которых. У вас были дела?
наблюдателен. В который надо ударить. Я очень внимателен. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь. В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Клад Фафнира. Задание получено. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад. И там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер. Кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Все понятно. Погнали. Наша задача отсюда выйти. Я так думаю, тут может нет. Там, конечно, сундучок был хорош. Там, наверное, что-то лежит. Только как туда прокануться? Я не знаю. Там вроде для лодки места нет, чтобы припарковаться. Маленько непонятно. Так. Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она, ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Он, короче, может разговаривать со зверьми, да, читать всякие языки. Ну, а чё, он тоже полубог. Пока у него такие способности. В дальнейшем мы увидим, что с ним будет происходить. Где кузнец? Где-то проебывается. Так, нам нужно обратно в Мидгард, чтобы на свет Альфейм. Как говорится, свет у нас в Мидгард. Разгасить ту тьму надо в Мидгард пойти. Давай. Я еще не осознал, как эта хрень пользоваться полностью. Так, Альфхейм, Йотунхейм, Ванахейм, Муспельхейм, Нифхельм, Асгард. В Асгард можно было сходить. Свартальфхейм, ебай название. Хельхельм, Альфхейм. Подожди-ка. Мир доступен. А где этот Мидгард-то? Мир закрыт, мир закрыт, мир недоступен. А, тут просто Эрнад был, да, нажать? Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Вернитесь к горе, чтобы избавиться от этого света. Погнали.
не от света избавиться, а от тьмы точнее. Брок, мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Да тут хер поймешь, кого слушать. Ну, то ты мастер, то он мастер. Испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Знак гнома. Что ты сделал? Так лучше. Типа какой-то баланс. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. Давай. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, зим 100, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Душа из вторых рук. Другое дело. Во, у тебя новый нагрудник есть. Угу, металлический наплечник. Прочный наступ, броня повышает силу. Защиту повышает. Наручники защитника. Броня для бедер. Ну, это, в принципе... Ну, парень? О, вот Рэй есть. Так, что увеличит урон наносим от Рэй? Установление стрел когтя. Ну, еще что-нибудь? Чары. Создать редкий чар. Купить это, да? Чары, повышающие случайно выбранные характеристики, дающие случайно выбранную особенность. Ну, это ну, все обычно. Раз. А как этих, бля, призвать параметры управления? Действие сцены, ну, это понятно, возврат топора, интерфейс, достать блок, парирование, слабая атака, стенфиксация. Тут что-то с этими, с клавиатурой везде ЗЗЗЗЗ, какой-то баг, что ли. Руническая атака, взаимодействие, шампион, бег. А как этих призвать волков? Ну, или мне покажут, когда враги будут. Так, пойдем, я смогу через это тэпнуться? Ну, давай, ты че? Куда мне надо? Смотрим, так. А, ну то есть тут рядом, да? Алхимик, Прингорье. Я еще пока и не активировал особо ни одной двери, погнали. Чтобы ну найдем попозже, дай по основной. Ты помнишь путь к черному дыханию? Пойти, да. Конечно, надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Мы уже видели эту статую Тора, когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это ведьма. Юго-запад? Хорошо. Ну, готов. Стой. Приготовься!
Ничего себе! Я сам в ахуе. Враг убит! Ты смотри, как он, да, тебе перемещается, да. Это что это за это, бля, за Саб-Зиро местными? Не Саб-Зиро, точнее, а это, бля, Флэш. Флэш местный. Пьем быстрый. Что может быть страшнее Драугара? Быстрый Драуг. Мама говорила, что некоторые живые мертвецы обладают особыми талантами. Эти, например, умеют испускать огонь из ног и стремительно бегать по полю боя. С ними лучше быть на чеку. Да. Это точно. Сейчас как-то быстро он подбежал. Я даже не ожидал вообще. Чё, я мирового змея. Так, чё, мне прямо туда... Этот часто можешь прочитать? Я тоже не знаю, но они отличаются от других. Ну ладно, тогда пойдем. Свет, ой, к этой тьме. Свет Альхейм, вернись к горе. Ну я иду, где она, ваша гора. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Так, сюда кристалл надо, чтобы почитать. Опять же, он где-то висит, наверное, да? Ладно, погнали. Пока не ясно, где он тут висит. Мне, по сути, нужна только броня. Хочу эпическую прям вообще. А лучше, знаете, какую желтую вообще, желтую. Золотую, фиолетовую броньку. Вот это будет топчик. Но пока только редкая какая-то одна. Они везде, эти кузнецы. Вы уже добрались до склада Фафнера? Волки! А вы откуда взялись? Ну подожди, сын. А как этих тебя призвать-то? Сдохнул. Какой волк, смотри. Как мне этих тебя призвать? Бестиарий обновлен. Мы видели много свирепых волков, но эти на них не похожи. Видимо, они больные. Эти волки плюются ядом, в который лучше не наступать. И дерутся намного яростнее, даже бешеных зверей. Наверное, им очень плохо. Убивая их, мы прекращаем их мучения. Логично. Надо следить за ихним ядом. Я только одного не пойму, как мне вызвать волков у Атрея. Так, это руны, это ярость. Атрей, как у тебя вызвать твоих волков? Блин, должна же какая-то кнопка быть. Все, понял. Надо не нажать, а зажать просто и все. За мной, Атрей. Вперед, сын. Наверх. К вонючему пламени. Темному. Сейчас как пернем свет Алхейм прольется на этот темный сгусток.
пока пердячим паром поднимаемся в гору. Так, сейчас вот так вот сделаем. Раз, и все. Отец, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Жесткий. Ладно. Кратус вообще жесткий. У него все коротко прямо есть. Нет. И я сказал нет. Не надо. Помолчи. Атрей, стой. Нет. Нет, не надо. Набор, конечно, нет. Пиздец какой. Богатый. Как думаешь, кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Ну давай попробуем. Снова черное дыхание. Что делать? Разосрать. Проверим слова ведьмы. Разосрать это черное дыхание. Работает. Смотри, работает, да. Идем, закончим дело. Прорвался через черное дыхание. Сразу музон эпический, ну то есть пиздец. Делаем прям фантастическую, фэнтезийную дорогу к своей цели. И долго мне так идти? Час, два, три, да? Просто идти. Заключительный камбаш. Дальше дорога завалена. Перелезем. Видал? Заключительный комбо прям втащил так-то сюда. Погнали потихоньку. Так, оп. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе — это, наверное, какой-то почитаемый великан. Опять нужен свет, Альф. Вот, мы добрались! Черное дыхание. Я тут нихуя не вижу. Тот же символ, что на двери в Йотунхейм, в храме Тюра. Великаны тут были. И это предупреждение, походу, да, что туда лучше не заходить. Рядом лежат трупы. Это что, олень? Не помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Главное, чтобы он нам не навалял люлей, не встал. Так, кристаллы. Один есть, надо два, да? Будь готов! Быстрый драугер. Да, это мы уже видели, тут, наверное, одно и то же, да? Ну да, что может быть страшнее драга? Да видел я уже твоих драгер. Тут специальные стрелы. Там где лежит. Я же говорил, где должен быть еще один кристалл. Тут было что-то важное для великанов.
Они будто нас испытывают. Сейчас мы вон тот сундучок лутанем, сын, я тебе скажу. Что ну там да, важно? Вроде правильно. Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. Ну чё ты встал-то? Просто! На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Я почти разобрался. А, их надо соединить. Руны? Я могу прочесть. Читай. Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага. Прелся. Блин, как он это делает? Что происходит? Сейчас этот чувак встань там, пизды встань. А я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. Не, а лутануться-то можно туда? Я, конечно, понимаю, нам путь указал. Мне лут нужен. Опять какое-то говно ломаем. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Давай, конечно. Мимо. Он попал. Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Спуститься. Эти проходы слишком малы для великанов. Ты смеешься. А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны просто... Да стрельни ты, заебал там пиздеть, вот. Это не значит, что они большие. Мировой змей. Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один. Так, это у нас продолжение туда идет. А там что за подъем был? Там через верх можем его пройти? Может, там какой сундук? Надо смотреть. Чешуйчатые браслеты концентрации. Редкий предмет. Броня на восстановление. Нет, на восстановление не надо. У меня пока хорошая броня. Когда будет эпичная. А, вот тут можно было подняться. Все понял. Эпичный когда будет, тогда будет, да. Где там эти утырки-то? Они же по мосту ходили. Я бы сейчас наметил на них топор свой. Что ушли куда-то. Бля, ведьма. Еще одна вельва! Вельва, бля, точно вельва. Пока нет. Заебали, кошмары. А чё? Ебашь волками чисто. Вольфотоп, да. Неплохо. Без перезарядки вообще охуенно все. Ульфа-лок!
Я мастер призыва. Ну пизда, это ведьма. Что скажешь? Приемлемо. Ее волки сожрали вообще красиво. Бестиарий обновлен. Но это опять про ведьм, что мы, которые читали. Эти вельвы умеют призывать кошмаров. То ли создают их с помощью магии Сейдер, то ли просто достают из своих сумок. Интересно, сколько кошмаров может поместить в такой маленькой сумке? А у меня волки есть. У нее кошмары, а у меня волки. Пистярь обновлен. Чудо. Эти кошмары мечут огненные шары. Как будто нам их... Нам и так не хватает причин ненавидеть кошмаров. Но они тоже как-то хер поймешь, то они блок пробивают, то не пробивают. Что там внизу? Опаньки, глаз. Стой, бля. Глаз Одина смотрит за нами, гад. Так, одно вижу, тут где-то какой-то красивый сундук. Да? Это что? Или нет? А, тут типа этот надо, что ли? Надо что-то написать, типа, что ли? А где хоть подсказка-то, блядь? Чё написать-то надо вообще? И я тут сколько плюшек висит, я мимо прошел. Смотри, сколько плюшек. Ору, блядь, и серебро. Такс, такс, такс. Подсказка вот была. Ну, какие вот буквы надо выставить? Символ, цифра. Давай наверх залезем. Сейчас его добьют. А интересно, их можно как-то прокачать, этих волков? Вот еще одна есть. Вот кристалл какой-то есть. Ты узнал, что он там? Кого видно вообще-то? Нет. А вот охуевший сундук, да? Этот сундук запечатан рунической магией. Чтобы открыть его, найдите. Что найдите? А чё тут надписи нет ни одной? И как мне угадать, вот, например, какой чё надо? Там надписи нет. Давай это тоже. Рыцарь какой-то пал. Смерть храбрых. Оставлю себе. Хоп!
И какие, интересно, надо выставить эти, чтобы открыть этот сундук? Давай сделаем так тогда. Я не знаю просто, какие знаки надо тут выставить. Хер, там ничего не написано. Тут хоть бы были какие-нибудь знаки, что ли, бля. А, живой, сука. Не зря ударил. Опа, и тут пришел. Далеко, что ли? Оглушен. А мой топорик его ваншотнул. Так, тут тупик. Сюда нужен кристалл, чтобы сын прочитал. Чтобы Атрей, наш сын Кратоса. Кратос наш, значит, сын наш. Я не знаю, короче, куда тут идти дальше. Там есть сундук, но на сундуке никаких знаков нет. В каком порядке сделать эти знаки, я тоже не знаю. Давай вот так вот мы попробуем. Ну что ты попадаешь-то? Давай попробуем так, что ли, тогда сейчас. Чё, открылся, что ли? Я себе открыл, смотри-ка. Ибо заебись, конечно. 3 из 3 увеличил ярость Спарта. Да? Увеличил. Максимальная ярость повышена. Всё, теперь, бля, можно... Башь всех подряд. Так, а как мне уйти отсюда, наверное? Сундук я открыл, ярость увеличил. Тут прохода нету. А, вон туда, наверное, надо идти, да? Так, тут я смотрел, там павший рыцарь. Ебать, ожил. Да, блядь, ну не на ту кнопку жму. На тебе, козёл. Блин, в этих кнопках путаешься, пипец. Бестиарий добавлен новый совет. Сколько мертвецов. Трупов реально до хрена. Скажи, что ты видишь.
Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Скоро будем и мы. Ломай давай. О, нифига себе. А, вот статуя, я... мы перебрались. Ну, к этому оленю-то вышел я, да? Олеж. Дали бы хил какой-нибудь, я ему против нем. Так, ты живой? Сын. Сын. Читайте, что это такое. Этот язык я уже видел. Добавлена легенда. Слиток. Мы не можем говорить со змеем, но его враждебность к асам не вызывает сомнений. Пока он существует, разрушение храма Тюра остается невозможным. Однако из-за его присутствия этот храм полностью погрузился в озеро Девяти. В результате наша цель — ограничить путешествие между мирами. Все равно остается достигнутый хранитель ворона. Тут я нашел какое-то говнище на восстановлении 2013 квесте. Чисто маг прям какой-то. Смотри тут сколько слитков, ты мог это все прочитать. Ну-ка, стрельника. Читай все слитки, ты сразу все языки мира поймешь. Да? Библиотека слитков. Так, давайте сейчас на этом завершим вот около этой статуи, потом отсюда продолжим. Потихонечку торопиться нам некуда. Нам дело все пройдем, все зачистим, броню соберем, отпиздим всех валькирий обязательно. Потом убьем босса валькирии и так далее. Но это будет уже в дальнейшем. А сейчас давайте на этом завершим. В принципе, Альфхейм мы покинули, эльфа сразили, начали путь уже к высоте, к горе. Но опять же, все мы знаем, это не самая высокая гора, это только начало. С вами был Ремус. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, не забывайте про колокольчик. Всем до новых видео, всем до встречи и всем пока.